Продолжаем выпуск. Подписали соглашение о сотрудничестве. Министерство строительства и ЖКХ и Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства теперь будут работать совместно. Заключенное соглашение позволит переложить ряд обязанностей регионального министерства на новый общественный центр. Такое решение было принято специалистами после майских указов президента о плодотворном развитии взаимоотношений между профильными ведомствами и жителями страны. По словам министра ЖКХ, в рамках сотрудничества планируется осуществлять контроль за строительством новых домов и отслеживать расселение жителей из аварийного фонда. Мы сегодня уже реализуем ряд совместных проектов. Это приемки работы капитального ремонта в рамках региональной программы происходит только совместно с центром. Это и приемка домов по переселению, создание комиссии. Мы сейчас будем формировать создание комиссии, где непосредственно участие будет принимать. Это очень интересный совместный проект обучения специалистов, советов многоквартирных домов, специалистов, руководителей ТСЖ, управляющих компаний. Такие курсы ежегодно, не по несколько потоков в год проходят. Мы вместе прилагаем необходимые усилия. Стоит отметить, что бесплатные курсы для представителей кооперативов и жителей многоквартирных домов проходят не первый год. Актуальными темами для обучения стали расчеты по тарифам различных услуг.